Выгрузили прямо в исторической части города. Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором грузовик заехал на территорию стадиона «Динамо» и выгрузил снег прямо на площадке автодрома. Произошло это, по словам очевидцев, ближе к полуночи 6 февраля. Судя по количеству снежных валов, которые видно в кадре, это был не первый выезд сюда снегоуборочной техники. В городской администрации уточнили, снег вывозят сюда регулярно, но не с городских улиц, а с катка «Динамо». Действия эти не противозаконные. У руководства есть договоренность с территориальным управлением Первомайского района. У нас в эти выходные, 9-10, пройдут всероссийские соревнования «Виз Кирова» по конкобежному спорту. И